Третья в текущем году жеребьевка по распределению земельных участков прошла в столице Южной Якутии. Многодетные семьи, имеющие 3 и более детей, дождались своей счастливой очереди для будущего комфортного проживания. Подробности у наших корреспондентов. На сегодняшний день в Нерюнгри землю получили уже 18 многодетных семей. В очереди остается 289 человек, и в третий раз в текущем году в городе провели жеребьевку. Присутствующие смогли достать из ящика непрозрачный конверт с координатами и кадастровым номером участка, который им предстоит застраивать. Сегодня администрации были представлены участки пересечения улиц геологов Комсомольская. Наличие инженерных сетей, а что это предполагает? Свет, тепло, канализация, вода горячая, холодная, все подведено к этим участкам. То есть магистральные сети расположены, а индивидуальные сети уже каждая семья под себя, если будет строить дом, соответственно, будет подводить. В соответствии с государственным законом, земля многодетным семьям предоставляется бесплатно в собственность для индивидуального жилищного строительства. Площадь участков от 11 до 15 соток. Черта города и коммунальные удобства – такие условия не могут не радовать счастливых обладателей собственной земли. Ну, конечно, помогают. Просто так сейчас ничего нигде нельзя получить, делать. Ну, попробуем строиться, потому что уже внучка у меня есть, семья разрастается. Работа в городе по предоставлению земельных участков многодетным семьям продолжается. Чтобы бесплатно получить собственный участок, семьям, имеющим 3 и более детей, нужно подать все необходимые документы в городскую администрацию и ждать своей счастливой очереди. Екатерина Павлова, Аяла Мосов, НВК Саха, Нерюнгри.